Добро пожаловать в Хайфский теологический институт. Обучение в Хайфском теологическом институте обладает двумя важными характеристиками – качество и гибкость. Чтобы вам стать студентом Хайфского теологического института, достаточно пройти несложную регистрацию, после которой каждый студент получает доступ в учебную зону ХТИ, где и происходит обучение. Нам, организаторам учебного процесса, важны и духовные содержания тем, и их практическая реализация, и возможность каждого студента пройти обучение с начала до конца. Наша цель, чтобы наши люди, евреи, неевреи, которые вовлечены в мессианское служение, стали просто апологетами Иешуа ха-Машиаха для преимущественно еврейского слушателя. Также наша цель, чтобы мы могли с еврейской стороны познать Священное Писание, как Танаха, пророков, Тору, псалмы, малых пророков, так и Новый Завет, и увидеть в них не то стандартное, что обычно преподается, отлично преподается в семинариях, но то уникальное, что есть там с еврейской точки зрения. Полный теологический курс в нашем институте можно пройти как очно, так и заочно, благодаря интернету и другим IT-разработкам. Хотя программа обучения и рассчитана на 2 года, уникальная система индивидуального подхода может увеличить или уменьшить срок вашего обучения в зависимости от ваших возможностей и желаний. Большинство наших программ – это онлайн, хотя мы периодически готовы устраивать для наших онлайновских студентов очные обучения. Для этого у нас здесь есть небольшая гостиница, мы готовы вас принимать и устраивать вам наполненную неделю обучения, где вы узнаете очень много с большим интенсивом, и заодно устроим вам каких-нибудь несколько поездок, таких тоже интенсивненьких и очень глубоких по особенным местам. Вам важно узнать, когда и как можно приступить к занятиям? Набор онлайн-групп проходит 3 раза в год. И можно начать заниматься в любой из 3 семестров – с 1 января, с 1 мая или с 1 сентября. В течение семестра студент должен прослушать лекции, ознакомиться с дополнительным материалом, принять участие в форуме и выполнить тест и экзаменационное задание. Все эти действия доступны студенту в течение семестра в любое удобное для него время, но ограничены по сроку выполнения. Коллектив Хайфского теологического института готов помочь вам решить любые вопросы, связанные с учебным процессом или с программой обучения или индивидуальным планом занятий. Мы будем рады видеть вас среди студентов института уже в следующем семестре. Мы приглашаем вас. Будьте с нами, становитесь студентами Хайфского теологического института. И мы хотим просто послужить вам.